Приветствую вас на канале СССР Gun.ru. У нас на обзоре пневматический пистолет Umarex Ivy Jericho B. В комплекте поставки нас ожидает руководство по эксплуатации и сам пистолет. Это пневматическая реплика израильского пистолета Ivy Jericho от немецкого производителя Umarex. Затвор сделан из металла, рамка из пластика. Длина пистолета составляет 190 мм. А вес при этом 548 грамм. Рукоять пистолета имеет очень удобную эргономичную форму. В руках лежит очень приятно. Стреляет он стальными шариками калибром 4,5 мм. Магазин вмещается 23 штуки. Он полноразмерный. Туда же устанавливается баллончик с газом CO2 на 12 грамм. Одного баллона хватает примерно на 80 выстрелов. Ударно-спусковой механизм у пистолета двойного действия. При этом можно стрелять по предварительному взводу курка. Производителям заявлена максимальная скорость выстрелов 115 метров в секунду, однако нам удалось добиться даже лучших показателей. Кстати, эта модель является новинкой на российском рынке пневматики. Пистолет оснащается двусторонним предохранителем, что делает его удобным для использования как левшой, так и правшой. Прицел представлен нерегулируемым целиком и мушкой. На нижней части ствола расположена направляющая, на которую можно установить тактическое оборудование, например, лазерный целеуказатель или тактический фонарик. Безусловные плюсы модели – это отличное качество сборки и материалов, а также хороший внешний вид. Не будем забывать о весьма достойных характеристиках. Приобрести его вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!